Девочки и мальчики, привет всем, мои дорогие. Поехали с вами по магазинам, поехали с вами по делам. Знаю, что у вас тоже много дел, я знаю, что вы их тоже делаете. Но возьму вас сейчас с собой. Так что у нас вот приехали ребята, чинят нам интернет. Приехали у нас работники. Видите, машина стоит. Чинят нам интернет. И снаружи уже бегали, и внутри сейчас находятся. Вот. Hey, Mark. How you doing? Good, thank you. Ну вот, и вообще и снаружи тоже все провели. В общем, не знаю, когда заработает. Но сегодня, говорят, заработает интернет. Без интернета худо. Вот видите, и внутри тоже что-то дядечка делает. Ну вот, а я вот поехала. Во-первых, хочу купить червяков для птичек, да? Хочу теперь уже купить giant червячков. Вот, потому что они уже могут, если они едят аж ящериц, то вот эти мелкие червячки им очень мало теперь уже, да? Я знаю, что вы сейчас скажете. Пусть мама сама носит. Мама носит дофига чего. Но хочется побаловать. Вы посмотрите, какие они стали. Вы посмотрите. Ой, смотрите на малышей-то. Уже коричневые стали. Перышки-то. А смотрите, как смотрят. Ты что тут делаешь? У нас другая мама. У нас мама не ты. Мы тебя не знаем. Мы не знаем, откуда нам мама червяков приносит. Но это не ты. Да. Мы маму ждем. Тебя нам не надо. Вот такие вот, видите, какие фази ребяточки у нас. Нет, ну правда, бывает, подхожу, они и ротик открывают. Сейчас мама, видимо, только улетела, накормила. А вот видите, настоящие птички у нас уже. Вот такие вот у нас ребятишки. Смотрят и говорят: ты что тут делаешь, тетя? Я только проснулась на самом деле. Спала, потому что времени сейчас 3 часа. Что-то прикорнуло прямо, знаете, прикорнуло, наверное, 1:30, и вот, наверное, в 3 часа проснулась. 1.5 часа давануло. Очень редко, когда я вообще позволяю себе спать днем. Мне просто некогда. Вы сами знаете, да, какое состояние, когда просыпаешься днем. Я не понимаю, что это за состояние, но такое ощущение, что ты то ли находишься где-то не там, то ли не здесь, то ли что-то у тебя с головой. И вот такое состояние какой-то невесомости. Вроде и поспать приятно, но после спанья вот как-то приходишь в себя вот так. Что произошло, не знаешь. Так что едем сейчас за червячками, потом мне нужно купить какие-то продукты. И все, сегодня 22 мая, сегодня у меня закрытие еще одно дома. Только что вот произошло, поэтому можете меня поздравить еще с одной продажей дома. Ну, что еще сказать? Это всегда приятно, когда у тебя есть люди, которым ты помогла найти дом, который они хотели. Вот. А мои вот эти вот вторые покупатели, они живут в Нью-Йорке, и они в Нью-Йорке пока и живут. Купили этот дом, пока, наверное, будут его сдавать. Вот. Но сейчас, в данный момент, опять говорят, что может быть опять повышение цен. Поэтому люди стараются сейчас купить еще, особенно, знаете, когда покупают у новостройки, то новостройка вам дает такие плюшки, как деньги на closing cost. Они дают вам меньше interest rate, чем дает сейчас банк. Поэтому люди стараются успеть еще что-то купить. Да, немножко, конечно, у меня лицо. Чуть-чуть. Ладно, все, поехали. Прям, наверное, очки хочется надеть. У меня лицо немножко покраснело сейчас. Такая, знаете, очередная вспышка моего псориаза. Бывает оно не так часто, но бывает. И вот оно здесь, особенно здесь часто. Ну, не часто, в смысле, а когда вспышка, то вот здесь именно. Вот, поэтому я сейчас чувствую, что оно у меня немножко есть. Что я делаю? Я иду в ванну, парюсь,
насколько это возможно, потому что после, сейчас после уколов нельзя так сильно париться. Очищаю свое лицо и наношу толстый-толстый слой, не шоколада, нет, толстый слой алоэ, тех двух кремов, которые я использую все время, да, это гель из алоэ и прополис. Я смешиваю их вместе на ладони и наношу толстым слоем. Я чувствую, что начинает пожигать, успокаивается, и на следующее утро просыпаетесь, как будто и не было ничего. Вот это чудо, которое у меня все время, и вот эти крема, которых нет ни гормонов, ничего, кроме натурального, они идут со мной по жизни. Очень мне нравится. Если кому-то это интересно, что это за компания и все такое, к сожалению, сразу говорю, если вы в Россию не поставляют это все. А вот, но если вы живете в Америке, если вы живете, допустим, в Казахстане, там, я не знаю, то вы можете купить эти продукты. Особенно для тех, кто живет в Америке, они очень доступны по цене. К сожалению, в Европе, допустим, они очень дорогие. Ну, дорогие, как говорится, хорошие продукты дорого и стоят на самом деле. Если сок, допустим, литр сока алоэ стоит $20. Но где вы сок любой, вот апельсиновый там или манго за $20? Обычно $3 стоит, да, упаковка. А тут 20. И все равно это не так дорого, допустим, как в Европе это стоит. В Европе вообще, по-моему, $40 этот литр стоит. Но этот литр вы не пьете стаканами. Вы пьете по... Начинаете со столовой ложки и потом пьете по 60-70 грамм в день, разбавляя с водой. Поэтому... Он не пьется, как настоящий сок. На меня не смотрите, я бывает, что пью так. Вот, ну, видите, как сделала рекламу. Заходим в PetSmart. И смотрим, что у них тут мы можем надыбать. Кстати, а мы же с Винсентом сюда приходили. Чего ж я сюда не приехала, это не сюда. Так, давайте посмотрим, говорит, вот здесь. Да, помню, я у девушки еще раз спросила. Так, что здесь есть, так, у нас? Ну чего, купила две баночки. Одни вот Mealworms, а вторые Superworms. Честно говоря, они такие огромные. Смотрите, какие. Но у меня же птенчики-то уже большие. Видите, какие Giants называются. Им, конечно, нужно отрезать голову, прежде чем кормить, чтобы они не укусили. Ну, посмотрим. Так, что еще здесь надо посмотреть? Домики разные. Смотрите, какие домики шикарные для хомячков. Нам ничего это не надо. Вон, дети смотрят на хомячков там, видите? А тут у нас малыши. А нету лысенькой-то больше? Не вижу лысенькую. Бывает. Помните, я вам в прошлый раз показывала лысенькую эту? Свинку. Нет, нету. Вообще, что-то как-то бедновато сегодня здесь, честно говоря. Есть лягушки-квакушки. Так. В прошлый раз было много чего посмотреть, правда? А сейчас... О! Какая композиция. Тут тоже всякие вкусняшки для хомячков. Надо малышке моей купить. Вот такие печененки у меня есть. Она тоже очень любит, кстати, эти печененки. А это какие-то стикс. Peanuts, honey. Надо купить такие палочки. Пусть он погрызет у меня. Хотя вот я не знаю, для хомяков это... Да, это for hamsters. Значит, можно взять. Пусть полакомится моя куколка. Так, где ребятки, видите? Хулига. Идем пробивать. Идем пробивать. Вот это вот все. Эти палочки очень такие жесткие. Как раз очень хорошо для хомячков. И зубы точат они одновременно. Мы посмотрим, как бусинке понравится. Покажу вам. Так, выхожу. За все я заплатила $17 с копейками. Вот. Ой, как мне нравится кормить моих птичушечек маленьких. Хоть они, конечно, и косо на меня смотрят. Но ничего страшного. Такие мазурики вообще. А я вот так вот, видите, по колхозу-то, видите, мы как ходим. Футболка, штаны, шлепанцы.
У нас начался дождь. Хотела ехать за продуктами, но не поеду. Не хочу. Продукты купила, но не себе. Себе не обязательно. Главное, чтобы малышечки мои были не голодные. Ой, девочки, как же это интересно. Господи, как же это интересно следить каждый день. Я же в таком, знаете, как сказать, в расстройстве сейчас. У нас нет интернета, поэтому через камеры я не вижу, прилетают птицы или нет. Но, слава богу, я ставлю вот эти вот баночки с червяками и вижу, что она опустела. Явно, что, значит, кто-то покормил их. Да, а кто покормил, кроме птицы? Вот, поэтому, ну, я не вижу ничего, понимаете? Я же ведь целый день следила, что все нормально, что они кушают, что она прилетает. А тут я только по баночке вижу. И для меня это просто ужас какой-то. Я прям не могу дождаться, когда у меня быстрее будет интернет. И утром тоже я их поставила обратно на полочку. Ну, они же у меня, я их беру с полки и ставлю в другое место. Они у меня спят под простыню, да? И утром 6:20 у меня будильник звенит. Я вскакиваю как сумасшедшая, знаете, вот как обычно мамы, у которых новорожденные дети. Только крякни, сразу мама просыпается. Также я будильник звенит, я бегу как сумасшедшая в гараж. Хватаю, значит, этот шлем, разворачиваю, ставлю на место. Ставлю баночку с червячками, значит, и все, и закрываю дверь, да, и вижу уже через камеру, мама прилетела. А тут сегодня, это ужас был какой-то, все, я ничего не знаю, у двери так стояла, думаю, прилетела, не знаю. В общем, не видела я сегодня ничего, как прилетела она. Потом я поехала по делам, потом вернулась, посмотрела у баночку, да, уже меньше червяков, чем я положила, в общем, ну, вот так вот. Жить в неведении, что происходит с моими малышами, это просто ужасно. Это ужасно. Ой, конечно, дождь идет. Не знаю, дядька-то хоть доделает мне интернет или нет, потому что там же и на улице, и внутри они там делают, и опять на улицу выходят. Ой, не знаю, не дай бог они там не доделают сегодня. Не знаю тогда, что будет со мной, с моей психикой. Психика уже нарушена на самом деле без интернета. Не могу я терпеть не могу быть в неведении, когда особенно надо знать, что, чего, как. Сегодня тем более тоже... У меня закрытие, ну вот эта сделка, тоже какие-то e-mail надо получать. Тоже выезжала из дома специально, чтобы поймать где-то интернет на улице, потому что у нас, конечно, мы живем просто где, как бундакс называется, да, что там интернета вообще мобильного почти нет. Только если у тебя Wi-Fi дома. Или надо куда-то выезжать на плазу, потому что очень-очень плохо что-то ловит у нас. Красивый комьюнити, красивое место, но интернет, конечно, желает лучшего у нас. Поэтому вот так вот мы мучаемся, скажем так, всю жизнь. Когда-то людям не нужен был интернет, а теперь жизни нет без этого. Так, возвращаемся домой. Блин, машина все еще здесь. Значит, все еще чинят. Вот кто-то там топает около машины. Может, уже и все. Может, завершили уже работы. Ну-ка. Может, уже и завершил. Посмотрим сейчас. У Винсента спросим. Так. Блин. Опс. Так, выходим. You finish? No? I'm all done inside. I just gotta do outside. А, окей. Говорит, внутри все сделала, а снаружи еще надо делать. Ой, ну чего, ну-ка посмотрим, мама была или нет. Сейчас посмотрим. Ну, мама была, но червячки еще есть до сих пор. Ой, короче. Говоря, интернет наш работает. Винсент, он сидит. Дядечка, видите, до сих пор он работает у нас там в саду. So, what he doing over there right now? Just putting flags on the new line, and then the guys have to come out in a couple of weeks and dig and put it in the ground. Видите, он положил оранжевые такие флаги, там проведен. И потом, so don't step on потом придут и закопают эту линию. So they're gonna dig our grass? No, it's just gonna, they're gonna go like this with a shovel. Okay. And then they fill it in and then just close it up. Okay. You won't even see it. Все, камера работает, слава богу, с птичками.
Вот эта камера не работает почему-то у нас. Так. Не знаю, что с этой камерой. Так. Надо ее включить да выключить. Написано, что не подключается. Так, вот это звук выключения. Вот это звук включения. Так, должно работать. Ура! Заработала! Ну что, мои девочки и мальчики, немножко с вами поболтаю. Конечно, как вы увидели, как я только включила камеру, можно сказать, как только мамочка сразу прилетела. Что это значит? Это значит, что она летала целый день. Я, конечно, этого не видела, но она навещала своих малышей целый день. Я ее не видела вообще. Но смотрела на червячков, что они убывают. И этого, конечно, было достаточно для того, чтобы понять, что мамочка не забывает малышей, что она от них не отказалась. Потому что Винсент иногда мне говорил, смотри, мамочка откажется от малышей, что ты будешь с ними делать? И я говорила, а почему она вдруг откажется от малышей? А что я такого сделала, что она откажется от них? Я не беру их в руки без перчаток. Я не кормлю их целый день, то есть мама прилетает, они голодные, как вы видите, да? Они абсолютно голодные, то есть я не кормлю их, но я ставлю червячков рядом, чтобы мамочка могла накормить всех сразу. Да, у моих птенчиков есть такая привилегия или такой лакшери, да, что они могут кушать и не завидовать друг другу, что один поел, а второму не досталось. Вот видите, какие малыши у меня. Как они открывают мордашечки свои, клювики. Это так приятно. Здоровенькие малыши. Ой, девочки дорогие мои. Я когда подумаю, что скоро им вылетать,
не могу понять, как это будет происходить. Не потому, что мне жалко, что они будут вылетать. Честно скажу, мне не жалко, что они будут вылетать. Пусть вылетают, пусть летают, пусть живут своей жизнью. Но я переживаю, как это будет выглядеть из гаража. У нас везде какие-то коробки, везде какие-то доски. Я не знаю. Просто не знаю. Подскажите мне. Я читала, конечно, в комментариях. Там мне писали, что я... Девочка какая-то мне писала, что я взяла своего птенчика на руку, и он начинал летать прямо с руки. Но всех четверых-то как с руки-то, я не знаю. Посмотрим, конечно. Самое главное, чтобы не убились они об Винсента машину и все такое. Вот посмотрите, как мамочка их кормит. С какой нежностью она их кормит. Иногда она их кормит червячками, которые оставила. Иногда она кормит их тем, что она принесла. Нет, даже не иногда. Она в основном кормит их тем, что принесла, а иногда она кормит их червячками. Вот, например, получается так, что она что-то принесла, покормила одного, а второй просит, тоже говорит и мне, и мне. И вот она раз в баночку, и тебе тоже. Вот так что вот. Такие малыши у меня, такие они взрослые, такие осознанные, с таким вот взглядом, таким они, знаете, со взрослым. Они уже сидят в этом, сидят в своем гнезде, и они глазки не закрывают, они не спят. Они смотрят, но не шевелятся. Они смотрят и ждут, когда мама прилетит. И мама, вы видите время? Время, посмотрите. Она летала туда-сюда сегодня целый день. И, конечно, когда я увидела на камере, мне так полегчало. Потому что, когда я не вижу маму, мне кажется, что она не прилетала. Потому что я ее не видела целый день. Ну вот видите, как они. Как они, малыши мои. К друг другу прижимаются. Такие куколки. Прелесть. Ну, давайте на бусинку посмотрим. Девочки, у нас вечер, у нас пришла коробочка от моей подписчицы и от моей подружки Марии. Я не знаю, что она мне прислала. Я даже снимаю, не знаю, выставлю ли я это видео. Мария, ты мне что там прислала? Окей, let's open it, yes. Мария у нас живет в Нью-Йорке, переезжает в Майами. Вы ее видели на видео Лоры. Так, чего она нам прислала? Ну-ка, нюхаем, нюхаем. Нос засунем. Что это? What is this? Винсент сейчас помогает. Так, чем ты меня, Мария, тут, как говорится, ублажаешь? Посмотрим. В нашей жизни не только птички, но и вот подарки. Baby, what do you think it is? A pot. A pot? A teapot. А, maybe. Teapot. Точно, чайничек. Чайничек из клубнички. Какой хорошенький. It's a miniature one. О, божечки мои, какой хайосый. Посмотрите, я тут купила еще лимончик. Видите, у меня лимончик еще стоит.
И Мария знает, что я люблю клубничку. О, Мария, какая прелесть! Она мне даже ничего не говорила, что она мне вообще чего-то пошлет. Теперь мне придется пить чай, даже если я его не люблю. Шучу. Блин, смотрите, раскрывает. Такая прелесть. Ой, боже, какая прелесть. Лора, не завидуй. О-о-о. Мария, спасибо тебе огромное, куколка моя. Oh, it's so cute, yeah? Yeah, it's a pretty one. Oh, we're gonna drink tea now, yeah? Yeah, I got a teapot. Oh. Ой, какой хорошенький! Мария, спасибо тебе огромное, куколка моя. Ну вот, подружка так и есть, подружка. Так. Чокаюсь с вами таким чайничком. Наша бусинка проснулась. Моя девочка любимая. А посмотрите, что у меня в руках-то эскимо. Ну-ка. Чего наша бусинка? О, ей нравится. Бусинке нравится. Чего-то очень вкусненькое, да, бусинка? Чего-то, ну, очень вкусненькое тебе. О, только скажи, не знаю, с какой стороны мне подойти к этой фигне большой, да? Ой, да-да-да-да, бусинка, вот это да. Думаю, что ты разберешься, как ее съесть. Вот это вкуснятинку мама тебе принесла. Ну, сразу видно по вниманию к этой палочке, что ей нравится. Только еще бы как вот она еще не двигалась бы. Ой, бусинка, вот это мама тебе принесла. Морозинку принесла, что ли, мама тебе? А, вот это да. Ой, да, смотрите, как за ручки хватает, ручками хватается. Ой, вот это вкуснятина. Бусинка. Вот это да. А попробовать отломить кусочек. Девочки, мальчики, нифига даже отломить не смогла. Бусинка, придется тебе это все есть. Как и есть, как говорится. Ну, она, видите, ой, ей нравится, нравится. Бусёшечке нравится. Такая вкуснятина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это мама принесла тебе задачу, да, бусинка? Куда и положить-то даже не знаю. Но думаю, что она будет ее грызть теперь. Долго-придолго. Да, Бусюшек? Покажи нам, какая мордочка у тебя хорошенькая. Сказали, что ты у меня отошла на второй план. Но ты расскажи всем, как мы с тобой вечером играем и гуляем. Только видео не делаем. Это вот у меня штучка упала прям с этой палочки. Ой, надо попробовать отрезать все-таки. Так, вот. Где у меня Бусечка? Бусечка, смотри, я от этой палочки отрезала, смотри. Бери быстрее. О. О, смотри. Сейчас она попытается засунуть себе ее за щеку, точно. Блин, что ты за щеку-то засунула? Я думала, ты есть будешь ее. Вот еще кусочки от этой палочки. Ну, точно она ей очень нравится. Очень нравится. Только, дорогая моя... Бусинка любимая, да, вот так. Сейчас так вот поверну. Все эти штучки, которые с палочки, сейчас я только что отломила через нож. Бусинке очень нравится. Бусинка, бусинка, маленький мальчик. Маленькая девочка. Ладно, мальчик, девочка, неважно. Хомяк. Хомячоночек мой маленький. Смотри, как ей нравится. Вот вам бусинка моя любимая. И палочка ей это очень-очень понравилась. Да, бусинка? Сейчас со всеми скажи привет всем. Всем привет. А вон Винсент у нас там. Винсент, привет. Привет. Wave to everybody. Yay. И это моя куколка. Жопкой повернулась к нам. Бусинка моя. Мама тебя любит очень сильно. Беги, моя куколка любимая. Оп. Беги. Да ты моя сладкая.
Типа-типа. А в щечке-то у нее до сих пор эта фигня. Он еще... Ой, эту палочку надо как-то мне раскрошить. Я не знаю, как. Но ей очень она нравится. Ай, Мусинка, вот она. Палочка-то твоя. Любимая-то. Вот и ешь ее. Ой, как ей нравится она. Да-да-да. Она не знает, с какой стороны к этой палке подойти. Как ее начать есть. Но тебе надолго хватит. У меня там две такие. Да. И там тоже у нее еда. Все, девочки и мальчики. Спасибо вам большое. Не забудьте поставить нам лайки. Вы посмотрите, какое у нас семейство животных. И в гараже, и из гаража, и из... в клетке. И что только у нас нет. И вот там только тоже у нас маленькая обезьянка. Что хотите? Да, Бусинка? Ой, посмотри-ка, что мама такие принесла. Вот тебе уже тут надолго хватит. Курочка моя любимая. Прелесть какая. Ну, посмотрите, какое удовольствие я ей принесла. Ай-яй-яй-яй-яй. Спасибо, скажи, Бусинка, скажи, чтобы они поставили лайки и не забывали нажать на колокольчик и подписались. Слышишь? Скажи им. Ах, Мусинка, вот она. Палочка-то твоя. Любимая-то. Вот и ешь ее. Ой, как ей нравится она. Да-да-да. Она не знает, с какой стороны к этой палке подойти. Как ее начать есть. Ну, тебе надолго хватит. У меня там две такие. Да. И там тоже у нее еда. Все, девочки и мальчики. Спасибо вам большое. Не забудьте поставить нам лайки. Вы посмотрите, какое у нас семейство животных. И в гараже, и из гаража, и из... в клетке. И что только у нас нет. И вот там только тоже у нас маленькая обезьянка. Что хотите? Да, Бусинка? Ой, посмотри-ка, что мама такие принесла. Вот тебе уже тут надолго хватит. Курочка моя любимая. Прелесть какая. Ну, посмотрите, какое удовольствие я ей принесла. Ай-яй-яй-яй-яй. Спасибо, скажи, Бусинка, скажи, чтобы они поставили лайки и не забывали нажать на колокольчик и подписались. Слышишь? Скажи им. Ну-ка, давайте посмотрим, Бусинки, вот эти вот большие, огромные червяки. Ой, Бусинка. Ой, Бусинки-то как они нравятся, посмотрите. Ты чё? Ты даже есть не стала, что ли? Запихнула за щеку. Ты чё, этих червячков-то вообще... Буся, Бусинка, Буся, 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 Буся. Ой, как она любит этих червяков, посмотрите, раз, раз, раз. Все, нету. Ой, милая моя, так у меня и нету больше почти ничего. У меня там их почти не осталось. Червяков-то. Ой, посмотрите, посмотрите, как она их. Упс. А еще одного найдешь? Найдет. Так ты у меня птицам-то ничего не оставила, кукла моя. Я же птицам покупала, это не тебе. Так она всех червяков за щеку. Так смотри, как бы они тебя не искусали, червяки-то. Не знаю я даже. Что с тобой делать, как? Смотри, куколка моя. Чего там ты увидела? Нету больше, нету, нету червяков. Нету, нету, нету. Ой-ой, полюбила она червяков-то. Она червяков полюбила так, что у нее целые щеки этих червяков. Сейчас они проснутся, и тебе искусают все внутри. И что ты будешь делать? Вытаскивай. Вытаскивай этих червяков, вытаскивай, паразитка, вытаскивай. Я даже не ожидала, что она их за щеки вот так вот. А они же в спячке сейчас, в холодной. Сейчас вот они вырастут, этот, проснутся и искусают ее. Ну, ничего, переживет, конечно, но... Хотя, может, и не будут кусать. Моя Бусинка. Что, вторую палочку нашла? Вторую палочку нашла.
Так такая же палочка, как у тебя в клетке. Чё ты, куда ты полезла-то? Куда, куда, куда? М? Куда ты во вторую-то полезла? Ой, посмотрите, что делается. Это ведь я только что купила эти палочки-то. А она вон. Смотрите, что делает. Бусинка-то у нас. Ого-го, ого-го, чё же делаем-то мы, бусинка моя? Вкуснятина, напала на вкуснятину. Видите там? Бусинка, ку-ку, вылезай. Вылезай, моя курочка. Нет, даже вылезать не хочет, представляете? От же потуха моя маленькая. Эй! Эй! Червяков все у всех прижрало у меня. Я ездила специально для птиц. Кстати, написано 50 штук. Там было 8 штук всего червяков. Представляете? Всего 8. Я скормила им по одному. И вот сейчас вот она троих взяла. Все. Получается 7 даже штук. А написано... Написано 50 count. И как я понесу их обратно, теперь мне не доказать, что их было всего 8. Короче, тоже на это самое нас, как хотят. А бусинка у нас, как говорится, в раю. Видите, что делает она? Она у нас в раю. Как хорошо, да, куколка моя? Ой, куда же ты попала-то? Так это то же самое, что я тебе дала только что. Ну, вылезай уже жопку свою, давай. Смотрите, что. Нравится. Еще раз повторяю. Бусинка, повтори еще раз всем, чтобы ставили лайки, не забывали подписываться и нажимали на колокольчик. Скажи, пожалуйста, всем. Ой, некогда, говорит мне. Бусинка, ты что делаешь у нас? О, курочка ты моя любимая. Ай, иди к тебе, мой дочка, тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Чего там вкусненького было, чего нет? Тебя чего вкусненького, с чем вкусненьким там порадовали мешочки эти, нет? Бусёнышек мой. Мой бусёнышек, моя мордочка любимая. А то говорят, я тебя не показываю. Где, говорят, бусинка твоя? А вот она, малышка моя. Чего-то все грызет, грызет. Ушастик мой любимый. А? Скажи, ушастик я. Бойся никто. Да какой вуфый. Ой, куда заходь? Куда заходь ты после? Грызунчик. Что-нибудь да покрыс бы. Буся. Ой. Не жених там к тебе идет? Ну-ка. Может, тот жених, который был красивый, так к тебе приходил, помнишь? Он к тебе стучится, говорит, где бусинка моя любимая? Где пустите меня к ней? А бусинка ест палочки какие-то. Ой, бусинка, беги быстрее, подмывайся. Он к тебе спешит, слышишь? Конечно, ты видишь? Узнаешь? Ага. Бусинка, это он к тебе бежит. Дурочка моя маленькая.